Итак, сейчас поздняя осень, скоро зима, и хотя в Шкоде Октавии при плюсовой температуре до 5, до плюс 5 даже не включаются свечи накала, но скоро уже будет ниже, заморозки ночью уже есть. И, соответственно, хочу показать, как проверить, все ли в порядке у вас со свечами накала в топливной системе. И это не свечи, это как бы, ну пусть будет свечи тоже, свечи, подогреватели, свечи подогрева охлаждающей жидкости, предварительного подогрева. Посмотрим, как их тоже можно проверить. Ну, для этого, конечно, ну, крышку снимаем. Крышку желательно всегда назад надевать. Причин несколько: температурный режим, ну и плюс вот эта штука, заливная горловина щупа. Если вы заведете двигатель без крышки, будет видно, как она вот так вот постоянно была. И у меня, я ездил без, вот здесь вот лопнуло, пришлось купить, поменять, оно вам надо. Значит, снимаем вот таким образом коллектор на подключение свечей. Просто ставим какой-нибудь свой тестер на измерение сопротивления. Если обыкновенный, то там 200 Ом. И одна на корпус в любое место, а одна на наконечник. Вот он там показывает 1,1 Ом. Один. Ну, говорят, что до 0,9 это очень хорошая свеча. Ну вот он показывает 0,9,1. Может быть, чтобы не меньше сопротивления, я прямо там вниз, на там, где ключом зажимать, и на верхнюю клемму, чтобы точнее. Ух ты. Что ж такое? Показывал, показывал. И теперь не показывает. Ага. Точно так же. 1,09. Это хороший. Дальше меряем. Опять-таки втыкаем в шлицы ключа и верхнюю часть. Это электрод. Показывает. Ну вот, кстати, показывает не очень хорошо. 1,8. Он тоже греет, но не так быстро, как не, ну да. 1,8, то есть он уже в два раза медленнее нагревает, чем 0,9. Будьте внимательны, если поставите новый, будет лучше. Должен быть 0,9, а этот 1,6. Шевелим, расшевеливаем эти контакты. Ну вот, 1,8. Его бы желательно поменять. Еще работает, но уже бы лучше, если бы поменять. Так, третью. 0,9. Отлично. Так они 0,6, 0,9. Это отличные показатели. И четвертую меряю. Вот так вот. Тоже 0,9. Ну вот, одна свеча в не очень хорошем состоянии. Теперь, я не знаю, видно или нет, вот эти свечи, может быть, я чуть увеличу. Вот так вот. Не уверен, что смогу вам правильно показать. Вот так. То же самое меряем. Здесь не должно быть такие мощные. 2,6 Ома. Хорошие. Вот сейчас. Тоже на 0,6 Ома. Да, точно такие же мощные, кстати.
но тоже приемлемо. И третье. Что-то тут килоумы. Килоум, ну, практически нету по изолятору идет. То есть вот одна точно сгоревшая. Ну, ее точно тоже нужно поменять. Вот эту точно нужно поменять. Все остальные, ну вот, просто лучше, когда они одинаково греются, и тогда успевают нагреться, подготовить все три цилиндра для атак. Все четыре. А так три цилиндра подготовлены, а один будет намного хуже подготовлен. Соответственно, при холодном запуске это плохо. Одну свечу эту и одну эту нужно поменять. Вот так можно это делать. Это несложно. Заказывайте по каталогу или посоветуйтесь с продавцом или открутите и посмотрите, какая у вас номер свечи, и по номеру заказывайте. Подписывайтесь на канал. Всем вам мира и добра. Увидимся на канале.